Всем привет, меня зовут Ник, и сегодня такой вечерний у нас, атмосфера вечерняя, и сегодня я хочу вам показать те работы, которые я не показывал еще никому, или, в общем, не опубликовал еще, то есть неопубликованная работа. Вот, поэтому я буду рассказывать, а вы будете смотреть, поэтому слушаем внимательно, дорогие малята. И в этом фильме, то есть программе. В общем, вот я собрал, в общем, несколько работ. Их тут, ну, не так много, потому что в основном я все опубликовал, конечно же, на Дрибле, на Behance. Вот, а то, что не публиковал, я не знаю. Просто или забыл, или руки не дошли. В общем, было просто такое вот... Есть какой-то контент, который я считаю, что можно еще показать. В общем... Начнем, пожалуй, с вот этого первого макета. Это я себе под свой личный Инстаграм делал такие сетки из Инстаграма. Я, наверное, по ходу буду еще немножко критиковать себя. Поэтому вот. Сделал шаблоны для Инстаграм-постов и понял, что они мне не подходят, потому что слишком они то ли одинаковые, то ли кастомные. То есть здесь, например, видно, что есть общий фон. Да, есть общий фон, есть какая-то фотка меня там или вот, например, Брэдбери, и есть какая-то плашка цветная, кастомной формы, возможно, она может повторяться, есть шрифт, но он только на английском доступен, и второй шрифт, он, по-моему, тоже только на английском доступен, то есть, если бы я писал кириллицей, то мне потребовался бы другой шрифт уже, или некоторые буквы бы пропадали. Поэтому лучше было бы выбрать здесь какой-то другой шрифт, потому я точно знаю, потому что вот если проверить, это даже картинка, понятно. Вот, в общем, где-то они у меня точно сохранены есть, но это вот то, что я как бы экспериментировал. Тут очень много экспериментов будет на самом деле, поэтому смотрим дальше. Так, дальше у нас Bay Club. Bay Club — это недавний проект, на самом деле, такая пекарня и кондитерская в Киеве, на Оболоне, если не ошибаюсь. У них есть Инстаграм, и им нужен был и для Инстаграма логотип, и для вывески на улице. Вот, я им, короче, создал несколько вариантов логотипов, это был один из них, основываясь на референсах. Вот, такой вот шрифт с закорючками интересный и под... сам логотип, собственно, и под byline. Я его называю byline, конечно, по-другому называется, subtitle, значит, можно назвать. Но я его называю byline, потому что я когда-то работал журналистом, и там все время у нас было такое byline, или субтитры, транскрипция, короче, такие штуки. В общем, дизайн, в общем, B и L вместе. Ну, я, в принципе, мне очень понравился, но если смотреть на него издалека, конечно, если разглядывать поближе, то он, тут можно и D увидеть, например, и I, и какую-то такую форму, в общем, да, такие цвета, попросили коричневый, хотя я против коричневого, хотя и на мне даже немножко есть, ну, не коричневый, такой желтый, в общем, розовый мне понравился, белый мне понравился, такой чистый, элегантный. Вот. То, что вышло совсем, мне не понравилось, и конечный вариант, поэтому я тот вариант не выставлял, по-моему, в портфолио. Но это тоже такой вопрос, нужно ли делать работы, которые не идут в портфолио. Я думаю, нужно, потому что это все равно заработок, особенно для фрилансеров, для дизайнеров, которые либо только начинают, либо просто живут на заказах. Ну, или вообще, в любом случае, это просто копеечка, я думаю. Я думаю, что зарабатывать можно, даже если ты создаешь что-то красивое и публикуешь потом неконечный вариант. Вот, конечно же, я думаю, я это опубликую. Дальше у нас есть такие две иконочки, это тоже две недавние иконочки. Я их создал чисто для себя. Но потом, когда-то искал иконку сначала для крафта, это такое приложение для заметок и документов с Markdown. Очень удобно, очень классно, еще можно
публиковать классные документы, я его очень рекомендую. Ну и Figma, конечно, наша любимая. И я загрузил их на macOS Icons, они там доступны для скачивания, по-моему, 5 или 10 скачиваний уже на каждой иконке. Ну, я вообще когда-то делал иконки и все такое, но, конечно, сейчас все можно взять уже с того же Flat Icon и пользоваться шаблонами. То есть, а эти иконки для приложений, конечно же, мне нравится делать. Это такой креативчик. Вот, я их уже публиковал, по сути, но, может, я его и в портфолио тоже добавлю. Хотя это, по сути, не заказ, просто инициатива. Вот, дальше у нас есть несколько дизайнов постеров. Я их создал пару лет назад, когда работал на одну студию в Киеве. Я их создал как бы и в рабочее время, но в то же время у нас просто там у меня освободилось немножко времени, я решил сделать несколько постеров нам в студию, но мы не успели их распечатать, мы переехали в другую студию, и как бы я забросил этот проект, а их так и не публиковал. Я бы не сказал, что это мои прям самые лучшие работы. Вот, например, цифровой ритм, это, наверное, мне нравится. Все остальные мне не очень нравятся. Почему? Потому что здесь композиции, ну, какая-то плохая работа со шрифтами. Вот этот шрифт мне очень нравится, я его часто использую. Canelas. Это, по-моему, Helvetica или SF. Circular. Да, у меня много шрифтов не подключено, потому что у меня новый ноутбук. Я еще многие шрифты еще не скачал. Вот. Поэтому, да. Вспышки, яркие пятна. Это, кстати, из песни. Просто сложно сказать напрямую. Это тоже из песни. Мне очень нравится эта песня. И исполнительница. Музыкант, то есть. Вот, да. Я не знаю. Я бы не хотел эти публиковать. Но, с другой стороны, как бы, на ваше суждение, так сказать. Вот. Дальше идем тогда. Наверное, еще покажу вот этот фаворит iOS. Я очень много занимаюсь, на самом деле, еще веб-дизайном и UX, UI. Это вообще моя основная специализация, это то, чего я начал вообще дизайнить все. Ну, кроме постеров, конечно, для школы. Но да, UX, это вот у меня есть он и в Figma, этот файлик, но я решил просто скриншот сделать, потому что там много надо было копировать. Я, конечно, lazy boy. В общем, да. Фаворит iOS — это приложение шведского клиента, моего хорошего, дорогого друга. Ой. И это проект, в котором, по сути, это как... Мне дали референс Инстаграма, и нужно было создать такой редактор статей, редактор книжек таких для детей. Короче, детское такое приложение. На самом деле, детское приложение самое интересное, потому что там реально можно покреативить. И у кого есть возможность, конечно же, работайте с... Не бойтесь работать с западными, с такими североевропейскими клиентами, потому что у них всегда очень креативные, очень нестандартные проекты, которые действительно захватывают и... Ой... ну, может, они выглядят, конечно, не так сочно, как уже какой-то финальный продукт, который уже есть на рынке, но как идея, с которой нужно работать, перерабатывать ее уже мысленно и осмыслять ее как-то, а не просто как бы лепить красивые картинки, то это очень классный экспириенс, очень классный опыт, вот. Так, дальше у нас Аэрокоптер. Аэрокоптер — это логотип для компании, которая продает... и дает в аренду и, по-моему, даже обслуживает вертолеты, или как она их называет, аэрокоптерами. Там специальная модель, очень красивые аэрокоптеры у них есть, очень такие технологически продвинутые. Но есть, конечно же, и вот эти вот логотипы, которые я сделал, тоже минималистичные такие, такое окошко как бы, иллюминатор. Правда, там не было иллюминатора в этом аэрокоптере, поэтому мы не взяли этот вариант. И, ну и цветовая гамма тоже такая ядовая. Вот, ну и последнее, что я покажу сегодня, это, наверное, мистичный мусорский. Вот, я его чуть
подальше так отодвину, чтобы было видно полностью хорошо. Это был плакат на концерт в Славутичи, если не ошибаюсь. Да, Славутичка мирского головы. Вот, и я там тоже мог поэкспериментировать, и органный концерт, тоже заказ от хорошего знакомого друга даже, наверное. И это был очень тоже интересный такой проект, потому что реально можно было поэкспериментировать с цветами, с композицией, с шрифтами. То есть все было полностью на моё усмотрение. И, конечно, в контексте таких типичных плакатов на концерты в Украине, особенно в маленьких городах, то это прям был прорыв, я думаю. Вот. Ну и, в принципе, все. Вот. Я вот, наверное, положу ноут и скажу вам спасибо большое, что посмотрели эти неопубликованные работы. И я буду рад встретиться с вами в ближайшее время. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать, когда будет следующее видео. Лайкайте это видео, если вам понравилось оно, или было информативным, или просто вдохновило. И комментируйте, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания. Вот. Ну, если вопросы по дизайну, например. Вот. Ну и пока!